Всем привет! Рада всех приветствовать, кто смотрит это видео. Хотим поделиться с вами своим небольшим опытом и своим маленьким приобретением, которое у нас появилось в нашем семействе. Я думаю, многие знают, после обрезки деревьев, после обрубки леса, в основном остаются ветви. И их некуда девать, в основном их мы полили. Сейчас, после приобретения, у нас есть вот такая супермашина. Дробилка. Дробилка ветвей. Это то, что получается после. Довольно крупное дерево.